улица Лайтхаус, довольно примечательная улица в городке Pacific Grove. Тут дома такие красивые, старинные, и много заведений общественного питания, в частности. Вот и мы сейчас зайдем в одно такое заведение, называется Carmel Valley Coffee Roasting Company. Такой кофешоп буквально. Здесь туристические места, здесь сувенирные магазины, галереи всевозможные. В входе в кофешоп вы видите массу таких бизнес-карточек. Это очень принято в маленьких магазинчиках. Люди из местных бизнесов, они вешают свои бизнес-карточки, постеры. В русских магазинах тоже это очень принято, кстати. А в кофешопе немноголюдно. Тут кроме нас, может быть, человек 5. И я спросил, можно ли снимать. Они говорят, конечно, конечно. Вот я вам хочу показать, что подают в кофешопе. Такие булочки. Друзья, булочки. Так. Вот это сэндвичи. Там вы видите такие сэндвичи. И вот всякая такая всячина. Ну, сейчас уже конец дня, там 5 часов. Они вообще в 6 закрываются. А я взял вот такого. Это называется Apple Strudel. Сейчас мы посмотрим. Ну и кофейку, конечно. Вот. И так вот. Общая такая перспектива. Вот мы тут в уголку, можно сказать, прикорнули со Светой. И что же, переходим на наш штруделек. Вот, друзья, вот так выглядит Apple Strudel, мне его подогрели. Ну и, естественно, кофе-латте, чтобы Strudel не чувствовал себя одиноким. Света, ты так смотришь подозрительно. Ну ты мысленно со мной, Света? Ну, а как же? Я же всегда мысленно с тобой.